Приветствую, друзья! Мой первый эйс в первой рейтинговой игре китайской лиги 5 Евин. Карта The Dust 2, карту, которую сегодня убрали с официального мап-пула. Но как бы нас всех это не останавливает, мы как играли, так и продолжаем играть на карте The Dust 2. Нас не победить. Не удивляйтесь китайской речи, потому что запись велась с демки, и там весь TeamSpeak был сохранен. Причем TeamSpeak, который вы будете слышать, это TeamSpeak противоположной команды. Мне почему-то попалась команда молчунов. Единственный, кто давал инфу, это был я, и то в важных моментах.北家有把狙，B还有一个，我操，B还有一个，我们炸，我们炸。 A 平台。 Для ребят, которые живут на Дальнем Востоке, знаете, что вы можете играть не только на официальных серверах от Valve, то есть в Японии, в Токио, да, и в Гонконге, в Китае, но и в китайской лиге под названием 5 Евин. Вот у меня, допустим, с Комсомольска на Амуре, насколько я понимаю, до ближайшего сервера, и сегодня вот я играл, у меня был пинг 65 миллисекунд, плюс еще тикрей 128 тик. До этого где-то полгода назад, может быть чуть больше, я пробовал играть в этой лиге, но были ужасные лаги и большие потери пакетов в районе 20%, что играть не было смысла. Сейчас я поиграл вот мне пару деньков, ну то есть, точнее, сыграл пару игр. Сегодня первую рейтинговую игру, и все нормально. То есть, ни потери пакетов, ни каких-то серьезных лагов там нету. То есть, играть можно, стрельба нормально обрабатывается. А на японском сервере я сейчас не играю, то есть на официальном сервере от Valve, который у меня пинг 50 миллисекунд, я не играю, потому что я заметил серьезную проблему. У меня, может быть, кто сталкивался с этой проблемой, да, я решил ее как-то, мне плохо, очень плохо обрабатывается стрельба. То есть я зажимаю в типов по 10-15 патронов, ну, бывает, что убиваю, бывает, снимаю 50-85 HP, то есть они остаются живы. Хотя пинг 50 миллисекунд, я еще раз повторяю, и нету потери пакетов. Я сегодня тестировал, пробовал на общественном бой насмерть такой режим, то есть на официальном сервере, где на дезматче, и заметил, что чем больше народу становится, да, то есть приходит в игру вместо ботов, тем опять, что у меня еще и хуже начинает обрабатываться стрельба. Но самое интересное, что у других ребят, я вижу, что с таким же примерно пингом все нормально. С чем это связано, я до сих пор не могу понять. То ли сервер может быть такой какой-то деревянный, да, либо Ростелекомовское соединение, у меня провайдер Ростелеком. Я уже что только не пробовал. Пробовал включать антивирус, фаервол, менял рейты. Все равно, то есть я в матчмейкинге просто тупо проседаю. То есть я делаю какие-то киллы, но это очень мало, потому что по стрельбе просто в некоторых ситуациях не вывожу из-за этого. И поэтому я перешел, сейчас пока играю, пробую в китайской лиге 5 Евин. И тем, кто живет на Дальнем Востоке, советую, то есть, ну,
Мой совет, попробуйте, протестите, поиграйте, посмотрите, может быть, вам понравится, да. Все-таки ТИК 128, и, насколько я понял, это играет не так мало народу, есть своя античит-система, и там чуваков тоже все время банят. Что ж, на этом я с вами прощаюсь, а напоследок следующий раунд этой же игры на карте DDoS 2, где мне пришлось опять вытаскивать клатч, уже, по-моему, в ситуации 1-2. Всем пока.枪枪爆头！这个人我是在B被杀的。 时间，时间，时间。哎，把猪拉回来，把猪拉回来。Please English guys, don't speak China.